два состояния, да? Либо он реализует умную функцию, либо он реализует разумную функцию. Короче, либо он думает, да, либо он действует. Так вот, если человек живет своей жизнью так, что он только думает постоянно, да, то есть он реализует только разумную функцию, то, по сути, он смотрит это все как киноленту, да? То есть это его внутреннее кино. Оно ничего общего с внешним кинофильмом не имеет. Внешний кинофильм живет другой жизнью. Ну, то есть он может сейчас видеть, как птица какая-то неведомая летит ему в голову. А на самом деле он стоит в поле, и там вообще никого нет. То есть это внутренний и внешний кинофильм. По сути своей, мы говорим о чем? О том, что современная наука называется интровертированностью, то есть внутренней, и экстравертированностью, то есть вовне. То есть, что преобладает, внешние фильмы или внутренние фильмы? То есть, если человека преобладает, это же вот сейчас про Ван Гога. Если человека преобладает внутренний фильм, он будет больше думать, чем действовать. Соответственно, мы можем сказать, что нам. То есть, когда он, извините за выражение, подметает улицу и думает, то это нормально. Но когда ему нужно контракты заключать, то он что? Заключать их не сможет. То есть, мы сразу говорим, что он не профпригоден. А есть люди, которые не думают вообще. Они только делают. Хороший такой человек? Вопрос здесь и да. Потому что этот человек одни глупости совершает. То есть ее шаг за шагом, то есть живущий только во внешнем теле, без обрабатывающей функции, он будет совершать глупость за глупостью. То есть вы будете это вот замесить и нарубить. Помните двое слова? Вот это они. Эти начали рубить тесто, а это вот это второй товарищ. Что то, что то попадалось, понимаете? Там нет действий, здесь действия, от которых у вас будут неприятности. Поэтому нам нужно соединить внешний и внутренний кинофильм в единый что? Фильм. Так вот, прежде чем их соединить в один кинофильм, их сначала нужно что? Разделить. То есть понять, какой из них внутренний, а какой из них нет. И увидеть два кинофильма что? Одновременно. А потом соединить их в единый фильм. Соединить в единый фильм и понимать в этом фильме элементы какого кинофильма, кем и чем является. И вот тогда система станет такой, с которой можно в дальнейшем работать. Будет разумная функция. Что-то мы обрабатываем, что-то реализуем, да? Одновременно. Поэтому существуют два фильма. Один называется «Реальность», это внутренний кинофильм. А второй «Действительность» — это внешний кинофильм. Нужно соединить реальность с действительностью, и у вас получится фактическое положение вещей для вас. Поэтому у кого-то жизнь проходит во внутреннем кинофильме, у кого-то во внешнем, а, соответственно, он один, значит, жизни нет. Он не живет. Он существует. Чтобы жить, нужно соединить два кинофильма. В один фильм. Фильм называется «Жизнь человека».